тут поискать. Зачем сюда стянули столько отрядов ради одного чужака? Из-за того, что было в школе и на телестанции. Я думала, это шрамы. Возможно, эти чужаки с ними заодно. Смотреть в оба. Они его нашли. Поможем им? Нет, девчонка здесь. Держать позицию. Тихо. А ну, отвали. Ты что-то там унюхал? Твою мать! Это же Майлз! Что происходит? Пали! Здесь! Боже! Ты что здесь делаешь? Думала, я тебя одну отпущу. Джесси. А где Дина? В безопасности. Приболела. И чем приболела? Она в порядке. Рассредоточиться, она прошла здесь. Черт, как их много-то. Тебе сильно досталось? Все нормально. Те твои друзья напали. Вообще без предупреждения. Ты же не пошел туда один? Давай только без лекций. Ты сам-то понимаешь, что ты просто кретин. Ага. Конечно. Видишь грузовик? Это твой план? Нам нужно оторваться. Ладно. Готово? Да. Эй, надо действовать по уму. Так, никого мы тут ищем. Нарушитель. Я заказчик.
Что опять? Нам нужно больше дозорных у стен. Меня в этом убеждать не надо. Может, проверим тот дом? Ага. Восходно. Ладно, кажется, здесь никого. Ну, вставай. Спасибо. Сюда. Ага. Дина! Привет. Боже мой. Джесси? Да, Дина. О, привет. Ты как? Вздремну и буду в порядке. Давайте зайдем внутрь. Ты права. Идем. Тихо.
Как Мария не заметила? Я проскользнул. Проблемы друзей — мои проблемы. Слышал, ты заболела? Просто с желудком что-то. Ладно, давай устроим тебя. Нет. Это не обязательно. Ой, заткнись. Давно ты уехала из Джексона? Через день после тебя, но попал в снежную бурю в Орегоне. Чтобы нагнать вас, шел 2 недели по 18 часов в день. Да. Хватит заливать. Она притворялась счастье. Можно я просто подарю ей что-нибудь и все? Я знаю, ей нужны извинения. Эми. А? Ты меня слышишь? Да, все хорошо. Ну ладно. В общем, это игра в молчанку. Да уж, я бы и свой день рождения забыл, если бы она не напоминала. Просто извинись перед ней. Я же сказал... Ладно, что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная, я же вижу. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Ага. Отставшие. Сколько? Не очень много. Хочешь попробовать? Ты уверен? Я сегодня щедрый. Видишь тот знак? Красный. Попадешь в него? Хороший способ выманить их. Целься выше. Пулю будет вниз тянуть. Хорошо. Молодец. Они прибегут на звук. Мы тут зачем? Черт. Не забудь сделать поправку по высоте. Ну вот, я еще. А мне нравится. Всех уложила. Еще там бывают, если не надо. Ага. Откуда они прутся? Зимой. Здесь часто проходят орды, но кто-то из них всегда остается. Каждый год по тому же маршруту? Да, как будто мигрируют. Что за миграция? Ну, когда атмосферное давление достигает определенной температуры... Да черт, не знаю я. Возле сарая. Они движутся... Зачем? Звериная туша. Посмотри у пикапа. Они там жрут оленя. Проголодались. По-прежнему двое. Чтобы выманить их. У тебя талант. Я поражен. Думаю, здесь есть. Вон там, у подъемников. Смотри вон туда, под кабинками, возле башни. Видишь?
то. Еще трое. Хорошо пошло. Там еще парочка. Отлично. Надо будет рассказать Джоэлу. Больше вроде никого. И я не вижу. Ладно, пойдем. Может, Джоэл вернулся. Ага. Все, давай. Спасибо тебе. Это было очень кстати. Не за что. Дамы вперед. Я вообще-то не должен говорить, но Джоэл за тебя переживает. Да все нормально. Чего он? Не сомневаюсь. Но если ты не будешь с ним общаться, он подумает, что-то случилось. Я общаюсь. Ну, надо не просто «привет, пока». Ладно, попробую. Там только вы стреляли, да? Сняли пару отбившихся. Элли мой прицел пробовала. Понравился? Да, удобный. О. Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну да, ты... Мы тебе добудем новые. Да. Вон там музыкальный магазин. У них точно есть гитарные струны. Я к тому, что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Я посторожу. Что скажешь, детка? Можно. Это наш шанс. Ты точно не пойдешь? Давай, иди. Он ждет. Ладно, поехали. Хорошо. Давай за мной. Ну, вы подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего парочку с гряды. А ты? Я, да так. Нашел пару бегунов в доме. Джесси говорит, ты себя хорошо показала в групповом патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова, я тебе верю. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение, начни с коротких маршрутов, а там посмотрим, как пойдет. Хорошо. Помнишь те комиксы «Дикие звезды», которые ты собирала? Ага. Мы с Томми нашли несколько выпусков, когда пробирались через ту школу. И как тебе? Да знаешь, я такое не очень люблю. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райану в том поединке? Ага. Ну, то есть он это заслужил, но... Мне понравилась история про побег. Шутник. Ага, хорошо. Искра, смотри, не безобразничай. В
Вот этот магазин. Ага, вижу. Тебе помочь? Я сама. А, тут мы не пройдем, наверное. Что? Черт. Раньше можно было переплыть. Так, и что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Погоди, есть идея. Ты как, пролезешь здесь? Ну, попробую. Аккуратней там. Ага. Я пролезла! Погоди! Хорошо. Нет, ищу. Ну, здрасте. Привет. Впечатлен? Да, ты просто тощая. Плохо питаешься. Не за что. По коже. Я вижу, как пройти, но тут споры. Надевай маску. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Соображать надо. Перестанешь носить маску, рано или поздно попадешься на глаза кому не следует. Не попадусь. Ты больше никому не рассказывала? Ни Джесси, ни Дине? Конечно, нет. Молодец. Ты сюда раньше заходил? Нет. Мы патрулировали улицы. Теперь думаю, что, наверное, зря. Возможно. Ходил патруль. Не знаю. Кто-то из наших? Нет. В Джексоне никто не пропадал. Только те подростки в прошлом году. Этот явно старше. Наверное, случайно забрел. Иди сюда. Сюда решили. Ладно. Давай отдохнем. Ха-ха-ха!
Впереди! Здесь бегут! Иди сюда! Сходим. Ты читаешь мои мысли. Но у нас нет выбора. Назад не пройти. По-моему, тут можно выбраться. Ну, иди. Thank you.
справились же. Справились. Ты цел? Не считая того, что старый, да полежу, отосплюсь, к утру все пройдет. Пойдем отсюда, а? Что ты делаешь? А вдруг там два топляка? Успокойся. Споры мы прошли. Фух, ничего себе, мы нарвались, да? Топляки в этих краях большая редкость. Да. Когда Джесси и Дина узнают, у них истерика случится. Эти двое в каких отношениях? Они вроде вместе. Там все сложно. А что? Я слышу, как Джесси про тебя говорит. Нет, мы с Джесси просто друзья. Не-не-не, у меня глаз алмаз. Я такой сразу подмечаю. Ну, а тут ты ошибся. Увидим. Не дождешься. Ты сможешь там протиснуться? Видишь, что там мешает? Да. Готово. Спасибо. Ага. Джоэл. А? Это они. Пара, сбежавшая в прошлом году. Да, ты права. Джексон — чудесное место, но мы больше не могли слышать о том, как другие страдают. Мы хотели помочь, хотели спасать людей. И часа не прошло, как мы наткнулись на Орду. Нас покусали. Мы решили, что лучше будет убить себя. Скажите нашей семье, что нам жаль. Адам и Сидни. Я застрелил ее. А себя не могу. Какой же я трус. Адам. Боже. А вот были бы они иммунны. Ну, мы сходим за Томми и сможем отнести их тела в Джексон. Да. Когда ты забрал меня из госпиталя Цикад? Ты сказал, что таких, как я, десятки.
Да, так они говорили. Я никогда не встречала других иммунных. А ты? Может, они скрывают? Как ты? Ты в это веришь? Это обязательно обсуждать сейчас? Мы пересекли всю страну, чтобы добраться до цикад. У меня было к ним столько вопросов. Почему ты забрал меня, когда я была без сознания? Потому что они провели тесты. Я увидел, что они были бесполезны, и вытащил нас. Откуда ты знаешь, что бесполезны? Может, дай ты им больше времени, они бы нашли какой-нибудь способ. Лекарства просто нет. Ни этим людям, ни другим никак нельзя было помочь. Ты хочешь, чтобы все было не так, и я этого хочу. Но все так. Надо вернуть тела этих ребят домой. Или ты хочешь еще что-то обсудить? Нет. Ладно. Пошли. Он уснул. Эй, давай я. Он хороший. Угу. Ты не сказала ему? Думаю, рано. Ну вот. А тут что? Есть новости? Вообще-то да. Эбби? Нет. Это Нора. Ее отряд пошел к больнице искать медикаменты, вроде бы. Вот к этой? Да. Что, ты пойдешь сейчас? Это же зацепка. Ну, хоть подожди, пока Джесси проснется. Она может уйти. Элли. Мы знаем, где она. Вдруг и Томми знает. Что? Ничего. Ага. Можешь запереть за мной дверь? Да. Ага. Трасса номер 5 должна вывести меня к больнице. Трасса номер 5. Разыщу Нору и выпытаю у нее, где Эбби. Легкотня.